Добрый день, снова с вами я, Садчиков Игорь. Второй день рыбалки, погодка отличная. Сегодня порыбачим. Вчера улов был отличный. Щука, несколько окуней хороших. Посмотрим, что будет сегодня. Сегодня мы сделаем факел самодельный. Посмотрим, как он будет гореть. Вот срубил такую палочку. Принцип действия такой. Сейчас ножом на 4 части разделаю. Она так раздвинется. И вставлю туда консервную банку. Сюда предварительно уже наложил сосновой смолы, бересты, чтобы легко разжигалось, шишек еловых, хвою вот такую сухую нашел. Сейчас посмотрим, что получится. Разделаем аккуратненько, чтобы не рассечь ее. Вот, пожалуйста, баночка хорошо держится. Можно разжигать.
Супер факел.